Индия снова побила антирекорд по суточному количеству выявленных случаев COVID-19. За день обнаружили 83 883 зараженных. В целом в стране зафиксировано более 3 936 тысяч случаев коронавируса. Это всего на 100 тысяч меньше, чем в Бразилии, которая занимает вторую строчку в мировой печальной статистике по ковиду. Если тенденция по приросту будет сохраняться, то вскоре Индия может выйти на вторую, а потом и на первую строчку, сместив США. Суточные цифры, несомненно, растут, но их нужно рассматривать в контексте численности населения Индии. Мы вторая по числу жителей страна в мире. Мы ежедневно делаем 9,5 миллионов тестов, чего не происходило еще полтора месяца назад. В то же время смертность от коронавируса в Индии остается сравнительно низкой. За сутки умерло около 1000 человек. Общее число смертей – около 69 тысяч. Эти тесты на коронавирус – единственный способ, чтобы больше людей узнало, больны ли они. Если да, то власти говорят им сидеть дома или отправляют в больницу. Только так можно остановить распространение. Премьер-министр Нарендра Моди ввел общенациональный строгий карантин в марте, когда в стране за сутки выявляли менее 100 случаев заражения. Постепенно строгие меры отменили. Сейчас, когда отменили карантин, само собой разумеется, что число случаев будет расти, потому что мы не способны держать соцдистанцию. Мы начали выполнять повседневные дела, встречаться с людьми, нам не кажется важным носить маску. Некоторые даже считают это унизительным. Когда мы не принимаем мер предосторожности, число случаев заражения, конечно, будет расти. За время карантина во втором квартале этого года экономика Индии сократилась почти на четверть. Это намного больше прогнозов. Теперь политикам нужно найти баланс между способами восстановления экономики и сдерживанием распространения коронавируса. Протестующие вышли на улицы Минска и призвали президента Александра Лукашенко освободить заключенных журналистов и уйти с поста. На прошлой неделе белорусская полиция арестовала десятки работников СМИ, которые освещали события в центре столицы. Силы безопасности также изъяли их телефоны и паспорта. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что правительство не потерпит того, что журналисты критикуют президента и поддерживают незаконные протесты. Днем ранее Александр Лукашенко похвалил российский информационный телеканал Russia Today, спонсируемый правительством России, за помощь в освещении событий в Беларуси. До этого десятки местных журналистов уволились из белорусских телеканалов и газет в знак солидарности с протестующими. Между тем в Лондоне прошел протест, участники которого призвали британское правительство ввести санкции в отношении Беларуси. В частности, они хотят, чтобы лондонская фондовая биржа отменила регистрацию белорусских суверенных облигаций. По мнению собравшихся, продажи этих ценных бумаг Минск спонсирует полицию и армию. Продемократические протестующие здесь, в Великобритании, а также в Беларуси призывают запретить облигации правительства Беларуси, чтобы экономика не финансировала режим и чтобы там прошли новые демократические выборы. Выборы президента в Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, уверенную победу одержал Александр Лукашенко, обеспечив себе 6-й срок подряд. Однако это вызвало масштабные протесты и забастовки. Многие считают, что результаты были сфальсифицированы. Спустя месяц после взрывов в Бейруте спасатели обнаружили признаки того, что под завалами есть кто-то живой. Это почувствовала служебная собака, которую пустили проверить руины. Разрушенное здание находится в жилом районе рядом с портом, где произошла катастрофа. Спасатели вернулись к завалам со специальным оборудованием. Собака снова подала сигнал о присутствии кого-то живого. Высокочувствительный аппарат тоже обнаружил признаки жизни. Он уловил пульс. Кто-то делает 18 вздохов в минуту. Датчик температуры обнаружил тепло. Поэтому все это указывает на возможность того, что кто-то выжил. Вместе с ливанскими специалистами операцию проводят спасатели из Чили. Им также помогают местные волонтеры и члены гражданской обороны. При этом спасательные работы пришлось приостановить.
Учитывая ситуацию, мы прекратили все работы, поскольку поврежденные стены могут упасть на спасателей. По камерам мы видим, что стены сместились на 2 сантиметра, поэтому 10 человек оказались в опасности. Я не хочу рисковать ни одним из них. Спасательные работы продолжатся, когда к завалам прибудет подъемный кран. Катастрофа в порту Бейрута произошла 4 августа. Взорвалась аммиачная селитра. Погибли 190 человек, 6 тысяч пострадали, 300 тысяч жителей лишились крова. Число погибших в результате взрыва в мечети в Бангладеш с 12 возросло до 24. И жертв может стать еще больше, поскольку несколько десятков человек остаются в городской больнице в критическом состоянии с сильнейшими ожогами. Инцидент произошел в районе Нараян-Гадж, недалеко от столицы Даки, во время вечерней молитвы. Среди погибших есть ребенок. Это случилось во время молитвы. Насколько мне известно, пострадавших доставили в больницу, и они там умерли. Мой брат погиб во время этого взрыва. Ему было 35 лет. Прошлым вечером мой муж пошел молиться и погиб в результате взрыва. Его тело теперь здесь, в больнице. Как предполагается, причиной взрыва стала утечка газа и система кондиционирования в мечети. Взорвались все 6 установленных там кондиционеров. Ведется следствие. В Боливии от коронавируса продолжает умирать все больше людей. И теперь многие малоимущие боливийцы вынуждены хоронить своих родственников на так называемых стихийных кладбищах. Место на обычном стоит дорого, поэтому люди организовывают места захоронения произвольно. Более того, некоторые по ночам пробираются на официальные кладбища, раскапывают могилы и хоронят умерших прямо поверх других. Они пытаются хоронить в 8-8.30 вечера, в 2 часа ночи, в 5 утра. Они хотят хоронить поверх других могил. Например, они раскапывают могилу и кладут тело на глубине даже не 2-3, а 1 метра. Потом полиция убирает тело. Сейчас из-за COVID все на взводе. Уровень крайней нищеты в Боливии один из самых высоких в регионе. При этом чиновники отмечают, что в августе здесь наблюдался всплеск инфицирования. Одновременно на кладбищах в Ла-Пасе спрос на места увеличился почти в 6 раз. Впрочем, местные власти не спешат наказывать людей за нелегальные захоронения. Видя боль семей, мы не можем мешать им хоронить. Люди перевозят тела ночью или забирают их обратно в свои деревни. Мы должны понимать возможности людей. Мы не можем заставить их хоронить на кладбищах. Они проводят похороны, исходя из своих финансовых возможностей. Официально в Боливии выявили почти 120 тысяч заболевших. Умерло от вируса более 5300 человек. Впрочем, некоторые эксперты подвергают сомнению эту статистику. Государственная статистика не отражает реальности в стране, поскольку с начала пандемии до настоящего дня число смертей увеличивалось. И это касается не только умерших, но также зараженных людей, поскольку правительство делает только 2500 тестов в день. Стоит отметить, что новая волна заражений совпала в Боливии с массовыми протестами, которые вспыхнули в начале августа. Люди недовольны тем, что ЦИК предложил перенести дату выборов с 6 сентября на 18 октября без соблюдения должной процедуры утверждения этого решения в парламенте. В итоге парламент утвердил закон о переносе, после чего его подписала временный президент Боливии. Гуляя недалеко от дома, жительница Парижа Марисе видит Эйфелеву башню, воспетый в стихах «Мост Мирабо», а еще уже не столь живописную цементную фабрику. Оператор предприятия – строительный гигант Лафарж Альсим с главным офисом в Швейцарии. И его обвиняют в сбросе промышленных отходов в Сену с этой, а также с еще одной фабрики выше по течению. Все началось с кадров очевидца, на которых видно, как бетономешалка компании сливает в Сену белую жидкость. После этого прокуратура Парижа начала расследование. Фирма говорит, что приняла меры, чтобы подобные инциденты не происходили в будущем. Также она заявила, что уволила водителя бетономешалки, который сливал жидкость.
Мы не понимаем, что эта фабрика делает напротив исторического памятника моста Мирабо, который находится возле Эйфелевой башни, где живут тысячи людей, где люди гуляют, совершают пробежки. Эта фабрика буквально находится под окнами домов. Также поступают свидетельства, что отходы сливают в Сену с другого предприятия компании у моста Мирабо. В этом году было по меньшей мере два подобных инцидента, и местных жителей беспокоит не только это. Второй вопрос в том, что эти бетономешалки целый день ездят туда-сюда, доставляя готовый бетон. Это создает много неудобств местным жителям. Машины ездят на дизеле, загрязняя воздух. В целом их 16 штук. Каждая в день делает по 6-7 выездов. Представьте, как много здесь грузовиков. Теперь на всех предприятиях фирмы в Париже пройдут проверки. Также владельцы обещают провести повторное обучение всего персонала. По меньшей мере два человека погибли, еще двое пропали без вести и пятеро пострадали в Южной Корее в результате нашествия тайфуна Хайшен. В основном в южных регионах, где начались наводнения. Об этом сообщает Министерство безопасности страны. Тайфун двигался на север вдоль восточного побережья. Скорость ветра достигала 112 км в час. Сильно пострадал остров Каджидо. Стихия вырывала с корнем деревья и вызывала оползни рядом с жилыми кварталами. Более 75 тысяч домохозяйств остались без света. Несколько тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Хайшен обрушился на Южную Корею всего через несколько дней после тайфуна Майсак, который убил двух человек и тысячи оставил без электричества. Прежде чем ударить по Южной Корее, Хайшен прошелся по южным островам Японии. Почти 2 миллиона человек получили предписание срочно эвакуироваться в префектурах Нагасаки, Сага, Фукуока, Кумамото и Кагосима. 32 человека пострадали. Еще четверо числятся пропавшими без вести после оползня. Около 440 тысяч домов остались без электроэнергии. По всей стране было отменено более 570 авиарейсов, приостановлено движение высокоскоростных поездов. При этом Япония все еще восстанавливается после июльских наводнений, которые унесли жизни 83 человек. Более 14 тысяч пожарных борются с лесными пожарами в Калифорнии. Они бушуют с середины прошлого месяца. В общей сложности зарегистрировано 900 очагов возгорания. Огонь выжег территорию почти в 9 тысяч квадратных километров. Это в 18 раз больше, чем в это же время в прошлом году. Это самые масштабные пожары с точки зрения площади пострадавшей территории в современной истории наблюдений. Если сравнивать с прошлым годом, то в нынешний сезон пожаров ситуация иная. При этом пик сезона пожаров еще не наступил. Ситуация осложняется засухой и рекордной жарой. В выходные температура местами поднималась до 49 градусов. Сейчас держится на уровне 30. Из-за постоянно меняющегося ветра огонь распространяется во всех направлениях. С этим мы сталкиваемся последние несколько дней. Рекордная жара, которая была в выходные, по-прежнему сохраняется. Два самых крупных пожара бушуют в районе залива Сан-Франциско. Очаги возгораний также зарегистрированы в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Сан-Диего. В штате действует режим ЧС. Огненная стихия унесла жизни 8 человек. Несколько пожарных пострадали. Сгорело полностью или частично более 3000 домов и построек. Спасателям также пришлось экстренно эвакуировать более 200 туристов, отдыхавших на природе в окрестностях города Фресно. Белорусская оппозиционерка Колесникова, которую задержали на улице в Минске, порвала свой паспорт, чтобы ее не вывезли из страны. Об этом рассказали двое ее соратников – Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве. По их словам, когда они поехали домой к Марии, чтобы проверить информацию об аресте, их также задержали. После этого им предложили пересечь белорусско-украинскую границу, захватив с собой Колесникову. Как они говорят, им угрожали уголовным преследованием, поэтому они согласились. Их довезли до границы, после чего они пересели на личный автомобиль Ивана. Затем они прошли паспортный и пограничный контроль. В буферной зоне в машину посадили Колесникову. Как только она оказалась в машине и увидела
впереди свой паспорт. Она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала, и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через заднее окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы. После этого, как говорят оппозиционеры, их машину стали окружать с целью задержать их повторно. Тогда они решили бежать. Мы поняли, что ситуация складывается довольно неприятно. Я нажал на газ, и мы элегантным маневром по обочине быстро на всех 320 лошадиных силах уехали от тех сотрудников, которые уже окружили автомобиль, и от того микроавтобуса, который не успел заблокировать дорогу. У Александра Лукашенко другая версия произошедшего. Он сказал, что оппозиционеры приехали к границе сами и, пройдя паспортные контроли, выехав в буферную зону, выбросили из машины Марию Колесникову прямо на ходу, а потом совершили побег в сторону украинской границы. Президент также предупредил о возможных народных волнениях и в России. Знаю. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. По словам президента, без него в Беларуси начнется кризис. Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система. И следом покатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она катилась куда-то далеко. Все, я думаю, что далеко катилась. Стоит отметить, что ранее из Беларуси также бежало несколько других оппозиционеров, включая главную соперницу Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую. Она выехала в Литву и позже сказала, что сделала это под давлением. Руководство услышит свой народ. Венесуэльцы продолжают стоять в гигантских очередях за бензином и ругать власти за квоты на топливо. Между тем, страна, богатая нефтью, ожидает поставок бензина из Ирана. Танкеры уже в пути. Почти все нефтеперерабатывающие предприятия Венесуэлы остановили работу, поскольку устарели и нуждаются в ремонте и обновлении. Одновременно санкции США сильно ограничили импорт топлива. Приходится бросать семью и домашние дела. Нужно сидеть здесь, поскольку если выйдешь из очереди, то не будет возможности залить в бак 15-20 литров. Мне нужно 20 литров, но для этого я должна провести здесь день или даже два. Но здесь очень неудобно. На сиденье машины невозможно отдохнуть. У меня проблемы со спиной, поэтому в машине я спать не могу. Три танкера вышли в сторону Венесуэлы в августе. Как ожидается, им придется проделать длинный путь, чтобы обойти американские системы слежения. Водители говорят, что вынуждены стоять часы и даже дни в надежде заправиться. При этом на одного человека выделяют не более 30 литров. Я очень расстроен из-за всего этого. Мы столько натерпелись, а теперь сказали, что бензовоз не приедет. Если бы нас предупредили раньше, мы бы тут не стояли. Проблема с бензином сейчас в том, что его не производят. Весь бензин импортный. Но его сложно импортировать из-за санкций. Это ложь, что не хватает инвестиций. Власти все разрушили. При них все работает плохо. В день Венесуэле нужно 50-70 тысяч баррелей бензина. Однако государственная компания PDVSA предоставляет около 30 тысяч баррелей. В лагере мигрантов на греческом острове Лесбос вечером в среду вспыхнули новые пожары. На кадрах видно, как люди бегут от огромных столбов черного дыма и огня. Ранее пожар уничтожил значительную часть лагеря Мория. Власти Греции объявили на Лесбосе режим чрезвычайного положения и отправили туда дополнительные отряды полиции, чтобы обеспечивать порядок, поскольку тысячи мигрантов на острове из-за бедствия лишились крова. Чиновники говорят, что около 2000 человек временно переместят на паромы два судна ВМС Греции. При этом пока неизвестно, где будет жить остальное население Мории. Всего там размещалось 12 тысяч человек. Мы не знаем, куда идти. Все беженцы остаются на улице и пытаются найти место, где можно хоть как-то остановиться. Власти расследуют причину пожара. Есть предположение, что он мог начаться в результате поджога. Уже подтверждено, что он начался сразу в нескольких частях лагеря после того, как местная администрация попыталась изолировать мигрантов с COVID-19.
Лагерь в целом находился на карантине. У 36 его жителей нашли коронавирус. Также сообщается о стычках между мигрантами и местным населением, которые вспыхнули после того, как жители лагеря попытались попасть в ближайший город. При этом власти Греции говорят, что беженцам не разрешают покидать Лесбос из-за карантина. Европейский Союз согласился оплатить перемещение 400 детей и подростков, находящихся в лагере без сопровождения, на материковую часть Греции. Помощь Афинам также предложила Германия. Однако она в очередной раз подчеркнула, что не хочет менять текущий механизм приема мигрантов. Гуманитарные организации уже давно критиковали условия в лагере Мория. Людей там жило в 4 раза больше его максимальной вместимости.